Они встают на позиции. А мне вспомнил арт живой. Фарш, убери эту схему, пожалуйста. Блять, вы чё, не можете играть? Чё началось? Сделай ниже. Крейков. Что тебе мешает в этой схеме? Оценка. А вот оно чё, кто мне говорил, играй на цапе? Оценка — это хуйня, кому она нужна? Это были твои слова. Ну так тут была твоя оценка, это его оценка, ну блин, по-моему. Там это баг, а тут это, блядь, можно по схеме. Тут это фича. Там можно было широкую схему поставить, но по ней не хотел играть. Штрафной, штрафной. Че, они готовы? Ну че, заехали в спромт? Эхо было. Эхо Москвы. Санкт-Петербурга, скорее всего. Ленинградская область. Ваня, капитан элемента, отписался тебе скинуть. Шо, в эфире сказал. Медийное лицо. Тебя тоже уйдешь как этот... Как его звали? Сева? Не, я просто говорю, что мне тоже прикольно. Молчать, потом в 22:30 отписаться. Я когда сказал, я тоже об этом подумал, что мы в эфире. В трех эфирах, блядь. У меня 500 зрителей. А нет, это кадры. Зрители у тебя от силы четверо. Да, я не готов. Киданьте. Так, давайте. Залить жидкость. Мановар тут. FL. Dream. Давайте, они играют 4. У них розыгрыш есть на угловом, они там пас, и на 16 пас. И они на фланге дают забросы и навешивают в штрафную все, что я знаю о них. А у них Волт еще в ЦЗ. Волт? Да, Волт 91. У них Ливан форвард, вот это я знаю. У нас Ливан никакой не играл, Волт играл. Волт, господи. Волт. Он у вас играл? Да, наша легенда. 9 матчей, по-моему. Ливан форвард — это неплохо. Легендарно. Ну, ой, сейчас начнется баги, наверное. Тоже большой любитель. Блядь, ну нет, только не сегодня баги. Какого хуя сегодня? Мячик подержать. Чё переживаешь? Начнем чуть попозже, блядь. Тебе, блядь, реально передача важнее, чем игра. Сам ты казуальный пидор. Может, тебе там кукол каких-нибудь на руках? Кукол? На руках? Что? Да, мапит-шоу. Марионеток. Будешь показывать. Балына, прошу передать, чтобы... Одного назовешь фракиец, но другого придешь. Не время, не время, вопросы все. Придем, посмотрим. Сейчас надо выебать. А то не пойдем смотреть Волыну. Все вы как обычно. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем доброго времени суток. Доброго времени суток. Как раз уважаемые катаны. Как будто email кому-то пишешь. Не. Уже 1-0, пацаны. Ты уж привез? Да. На, 2-0. Давай, разъебывайся. Будьте здоровы. Ну, здорово. Go, Power Rangers! Погнали. Блин, такой уебанский свет. Наоборот, нас еще. Ночью. Не привези фарш. Рано для привоза фарш. Все нормально. Первые минуты еще. Оп, хорошо. Хорошо. Сам реши. Ой, а Ливан на воротах. Ливан на воротах, кстати, да. Зом не забываем. Так, что, готов хульти? Раз, два, три. Бля, ебаный, надо повыше вешать. Прямым обычным. Ай, держим игроков. С другой стороны один игрок. С какой? С
твоей был игрок. Нет. Я его держал. Там просто с другой фланги было двое. Стрелял, там не перетягивай. Ну я. Я тебе и давал. Плохо. Ой, судья. Так. В центре открыть. А никого нет, то. Сбегу за спину. Нормально. Перекинул так. А теперь держите фланг и центр. Чё два фланга-то впереди, как так? Здесь вперёд. Стрелок один. В центре один. Бля. Да неплохо. Сайор, хорош, только удар не башни. Хорош, просто фраки. Чё, подойду? Фигани, может, пока? Куда вперёд-то пошёл? Забеги. Сейвует. Боец. Он пяткой не дал сразу. Ну глубоко сидят, разберите все. Блин. Хорош. Тобе. Бей, гол. Хорош, блять. Хорош. Молодцы. Ты по яичкам бьешь? Да, по твоим. Фу, спасибо, фу, блять, играйте. Пиздец. Пидорги. Ну эти сначала еще один забьем, потом будете там полировать друг другу. Это все он. Глину месить. Блять, в смысле гей, извините. Еще. А че так свободно тут? Кто мне расскажет, кто покажет. Где стрелок, бля, где стрелок? Я думал вставить. А, ну тогда да, все хорошо. Да. Давай фракон опять можно. Нет? Я же говорю, у нас хорошо. Слишком интеллектуальная команда, все думают. Почему не скатают? Что они сильнее? Бля. Разрезал нас. Дырочки такие пиздец. Бля, на фраг, мне кажется, не варик выносить. Надо послабее чуть-чуть. Две с половиной палки попробуй. Чем я... Блядь, ну чё они суют, суют. Ебаный с ним, не знаю. Просовывается, вот и суют. Где большого, блядь. Хорош, только сейчас втроём бежали на один мячик. Чуть друг друга не посносили. Давайте мяч мне отдавать сразу, поддержим. Мы им отдаем. Ноги правы. Блядь, блядь. Не освобождал фланг. Поджали, давайте, выше стоим. По флангу пойдут. Чё-то все вылетать начали. Интересно, блять, я выношу нахуй в касание. Он, блять, развернулся. Можно разыграть? Фраг пока один. Фраг пока один. Уже не один. Фраг и закрывают там. Пизда. Да не получается, вот видишь, даже на 2.5 нажимаю, все равно летит прям нормально. Ты вынес нормально, просто охуеть. Он перекрытый стоит, тихо, нахуй тихо. Меня выносить. Установка была в недодачу на фраг, а на него не летит. Блять! Ну сейчас забьют же, а? Чуть да пониже, а? За спину вам засовывают мячи. Разрез. На дальний высокий возьмите 20-й. Еще дальний пойду забирать. На дальний 20-й вообще не достать.
Ну! Сука. Да отберите них. Пиздец, не, не оставляйте быть. Открытых игроков. Еще, блин. Охуенно. Очень тяжело не остались, когда у тебя за спиной 4 человека. Бля, у меня нет дальних. Кидай по флангу, поборюсь. Кидай по флангу. Вынос. Право будет. Это рано, рано. Блядь. Я уводил просто. Пространство. Поддержите мяч, пожалуйста, хватит отдавать его просто так. Блядь, тут сейчас хорошо было. Ну я остановился на паш. Перевод держим, Пип. Него. Ноги. Хорошо, можно. Ну, тормозим быстрее, давайте. Центр сейчас был. Оп, блять. Выиграл фраг, поднял отправить. Фраг на фланг. Дальше можно. Блять, да что ж такое, да? Ну что это, рефери, ты серьезно? Мать, блядь? Разберите фланги сейчас оба, и левый, и правый. Игроков не бросайте на флангах. Вот здесь, Вань, под тобой смотри. Да, да. Двое. Да, блядь. Сколько встречается? И о, прострел бы. Офсайд, офсайд, офсайд. Центр-то, блядь, все равно не успели бы. Как сразу. Последние минуты. Последние минуты. Ну, удары доводим. Навеш. Фраг тебе в ноги нам. Нет. Талик, смотрите. Может сразу вперед ебануть? Да, не надо. Или надо. Давай, давай забросом. Забросом ебну. Прям вперед фраг иди лучше. Последний минут. По этому флангу или в центр, или на дальний. Давайте. На ворот сзади останешься. Просто прыгни. Что знаешь, куда пойдет, туда пойдет. Ты там крустик накручиваешь. На пипу надо, он повыше, и у него форвард, я думаю, он будет повыше выигрывать. Забросом летит туда, куда летит. СНФЦ фолтрим катает. Что в этом удивительного? Фелдрим, блядь, играют нахуй. Нахуй. Вот, всю жизнь. Из них произошли и конфешны, и рановые, которые точно так же их башат. Которые точно так же нас будут катать. Что тут удивительно, чего нет. Ну, отбирать мяч, быстро контратаковать, значит, чтобы они, блядь, не могли ничего сделать. Не думать. А, просто сейчас могли несколько атак сделать. Точнее бы шел, вот так хорошо все было. Сзади у них провалы бывают. А эти они пихают на ход прямо посередине. Это, по-моему, легко перекрывается. Не знаю, что у нас. Они заходят. Типа. Нет, они там очень хорошо открываются, поэтому заходят. Они двигаются постоянно, у них надо. Давайте быстрее играем, не тормозим, а то они нас успевают перекрыть. Летит алфа, сорян. После меня туда пришел стик. И сзади пытайтесь поменьше мяч держать. Пром на загрузь. Перевод вообще один стоит. Ты мне пас... Ай! Падай. Дом не забываем. Так, чё у нас тут, значит, ротер тут большой. Смотри, можно желтым, и желтый дальше на полукруг отдаст. Ой, контратака и гол. Домой кто еще не вернулся? Манвард где? Стрелок, там нет никого, волына, блядь. Похуй. Поверь, будут. Они успеют набежать, ты так, не успеешь вернуться. Ну, давай вот сюда повешь, хоть в смысле, раз, два, три. Бля, в ноги. Смотри, никого бить. Нету, и уже побежали трое. Хорошо. Хорош.
Escape. Забеги, забеги, фай, беги. Дальняя. А, ладно, уже не пройдет. Это пенальти. Пенальти. Насоса на профессиональный, конечно. Я через тебя бил, нахуя. Мой там летел. Тихо, тихо, тихо. Бей, Пром, бей, бей. В смысле, он бьет, да, он в курсе. Хорош, блядь. Вот это скилл, бля. Красавчик. Помолился аж. Сказал, спасибо богам, я забил, блядь, и бычий голос. Спасибо майору, бля. Ну, спасибо, спасибо Волду. Сандалик. Ворлд. Ворлд. Не расслабляемся, два пропустим на изи. Не расслабляйтесь, да. World особенно stands сзади. Блин, я на 2-1 поставил. Я лежу, я лежу, я лежу. А, да это у тебя шансов много, не парься. Один они уже на один. Блядь. Я думал, ты этому манвар дашь. Я думал, ты побежишь. Сумеешь? Ну вообще, ага, можно было разыграть через пас, наверное. Да пофиг, 3-0. Вань, не сыграла. Да, я уж понял. Еще на 2. Аж птица проснулась. Бля, мне что на. Ты летучий знаешь. О, вот он. Хороший лег. По центру, блядь, как так? Я не понимаю. Вот так. Волда, держите большой. Кто у нас в хульте? Давай я ближнюю буду. Не, надо. Дальнюю держим. Ой-ой-ой. Выноси. Ну-ка просто тотально не везет. Пенка, конечно, пиздец. Не придумывай. Аж. Сразу забегай. Давай на ход. Куда все убежали? Вот он, куда он должен скидывать сейчас? Ты рож хульте до конца. Хорош, хорош, хорош. Разбирай. Волда берем сразу и скидки держим остальные. Атакуют одним флангом, ребята. Причем это не фланг стрелка, заметь. Это их ошибка, наверное. Нет, блядь, мне там. Ох, хорошо, пришли. Пенальти. Смотри, держим, держим фланги рукой, чтоб не кинул. Помешали, блядь. Что, да? Ножки, Фрамп, ножки, не убеги. Куда? Прошу. Я тебе все равно за спину бы не закинул. Надо, ты прошел бы. Как они делают? Ну я думал, тебе дам, ты отдашь, они вытянутся. Вот сейчас ноги, майор. Хуя. Ноги промт. Нихуя не надо. На, нет. Блин, Фарш, я же вообще не знаю, как того дурака. Пиздец. Не придумал. Вот это, блять, прием, охуевший. Я в соперник, что ли, попал? Перелезти можно, типа, один. Уже нет. Паспорт. Хорош. С тобой. Центр дальше. Да блять, чё за косорылый пидорас? О, майор, пенальти еще одна. Блять, я вообще... На этот раз не фартануло. Нет, ты там забодал Ливана немножко. Ты в него прям башкой влетел. Чё там фраг? Голова исыпались. Спокойно. Охуенный прием. Салтышка. Пипа один. Хорош. Это вынос на фланге. Сейчас пропустится от углового. Двоём на одного, как так-то случилось? Вот он контра после углового. Пациент... Ай, там... Да, до сих пор хорошо. Нет. Было. Если бы на экспромта было. Не он, Олесь.
Я не бежал. Можно перевод. Еще один. Ноги. Ноги. Хорошо. Пипалсайдик. Хорошо. Центр. Райка один. Ладно. Ебать, Люся. Я не знаю, куда уходить, чтобы на меня не летело. За штрафной стою. С поля уходи. Второй. Ноги, ноги, ноги. Откати. Не удались. У нас вторая. Молодцы. Центр есть. Хорошо. Нам повезло, блядь. Тотально не повезло. На один гол они точно наиграли. В атаке не так уж плохо в этот раз. В защите. Как ты пост у меня был? Я до сих пор не могу. Блядь, дал майор, который один. В чем проблема? Вот там было двое, блядь, оба одни. Нет, ну блин, там пиздец момент был, я не знаю, там даже вариант... Три удара, три гола у них. Если бы на тебя дали пас, то он не подинет тебя просто. Ну, или, точнее, ладно, криво подинет. Давайте, всем пока. Да. Нет, там пиздец был момент. Не знаю, фально выиграли. Пас на ход и выход один в один, просто булит. Причем я прямо перед тобой, недалеко где-то там, защитников не было рядом. Вообще не понимаю. Не страшно, выиграли и выиграли. Молодцы, блядь. Это один удар с пенальти. Они просто суют, сводят экипаж, у них в тот момент было, мы не сводим. Ну, я много раз открыт был, Манвару кричал в ноги просто, да? Специально не убегал, открывался. Мы должны в пуш пойти после игры, иначе все еще проиграем. Ну, сейчас будет передача Волынкина. Ну ладно, проиграем. Можно после нее зайти на каточку. Можно передачку посмотреть. Давайте, всем пока. Да. Давай. Смотри.
Ну там пас на меня пошел, да? Не пошел, я туда я дал. А я уже на скорости, причем майор на тебя идет. Чистый выход один. Он уже ставит. Видимость меньше становится.